Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с актрисами, их автобиографией, рассматривать фотографии. Сара Леандер, киноактриса и певица, работала в основном в Германии. Я цитирую Википедию. Родилась в семье Маклера 15 марта 1907 года. С 1911 года брала уроки игры на фортепиано. В 1913 году впервые выступила на публике на конкурсе Шопена. До 1922 года училась в гимназии, после чего провела 2 года в Риге, где научилась бегло говорить по-немецки. В это время часто ходила в театр и на концерты и решила посвятить свою жизнь сцене. В 1926 году вышла замуж за актера Нильса Леандера. В 1929-1935 годах играла в многочисленных ревью и оперетах в Швеции, выступала с гастролями в скандинавских странах. В 1930 году появились ее записи на пластинках. Первыми ролями в кино стали женщины-вамп в гламурной среде. В 1932 году вышла замуж за шведского журналиста Видара Форселля. В 1936 уехала в Австрию, играла с Максом Хансеном в оперете Ральфа Бенацки «Аксель у райских врат» в Венском театре. В том же году вышел первый немецкоязычный фильм с ее участием. В 1941-1942 годах Гитлер отклонил предложение Министерства пропаганды о присвоении ей звания государственной актрисы. В 1943 от нее потребовали принять немецкое гражданство и отказаться от получения большой части гонораров в валюте. В ответ на это она разорвала контракт и вернулась в Швецию. Фильмы с ее участием остались в прокате, но в немецкой прессе было запрещено упоминать ее имя. В Советском Союзе несколько фильмов с ее участием демонстрировались в качестве трофеев. Это «Сердце королева», «Песни пустыни», «Тогда», «Восстание в пустыне», «Дорога на эшафот». Иосиф Бродский в эссе «Трофейное» писал: «Я видел ее только раз в «Дороге на эшафот», шедшей тогда всего недели, про Марию Стюарт. Еще оттуда не помню, кроме сцены, в которой юный паж скорбно преклоняет голову на изумительное бедро своей обреченной королевы. По моему убеждению, она была самой красивой женщиной, когда-либо появлявшейся на экране. И мои последующие вкусы и предпочтения, хотя сами по себе и вполне достойны, все же были лишь отклонениями от обозначенного ею идеала. Из всех попыток объяснить спившую или затянувшуюся романтическую карьеру, это, как ни странно, представляется мне наиболее удовлетворительной», — так писал Иосиф Бродский. В 1949 году возобновила концерты, гастролировала по Европе и Южной Америке. В 1956 вышла замуж за дирижера Арне Хюльферса. В кино появлялась лишь в эпизодических ролях. В фильме «У тебя было все так хорошо» сыграла саму себя, пела свои старые песни. Играла в оперетах и мюзиклах в Вене и Ферге. Выступала гастролями и по телевидению. 10 октября 1978 года в Стокгольме в последний раз вышла на сцену. На следующий день у нее случился инсульт. Умерла 11 октября 1978 года. Ну вот так вкратце о киноактрисе Сара Леандер. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.